В очередной раз обстрелу подвергся поселок Золотое 5. Предположительно, украинская армия вела огонь, используя тяжелую артиллерию. Удар пришелся на улицу Почтовая, погиб мирный житель. Подробности знают мои коллеги. Эта дорога ведет к поселку Золотое 5. Отсюда до поселка примерно 200 метров. В целях безопасности нашу съемочную группу на территорию не пускают. Обстрел ведется и сейчас. Украинская армия намеренно ведет огонь по жилым домам. Известно, что есть пострадавшие. В Первомайскую больницу поступили двое местных жителей. У мужчины осколочные ранения грудной клетки и ранения плеча. Обширные раны, обширное тяжелое кровотечение. Значит, он находится сейчас в реанимации. Ему будет переливаться кровь. Состояние его крайней степени тяжести. Поэтому говорить о чем-то еще очень трудно. Отправлять его никуда нельзя, потому что он не транспортабельный. Вторая пострадавшая – Наталья Шульга. У женщины рваная рана грудной клетки. Врачи оказали всю необходимую помощь. Во время обстрела погиб ее муж. Петру Шульге было 66 лет. Мы были в флигеле, на жилой флигеле. Ой, такой взрыв, что ничего не видно. Пыль подняло. Муж выскочил в коридор, говорит, наверное, дом горит. Я не успела за ним выскочить, не успела его схватить. Ему сразу упал, я уже ничего не помню. На месте работают следователь военного управления Генеральной прокуратуры. Алена Остапущенко, Алексей Демьяненко, Вести, Луганск, 24.